Евгений Куваров. Сегодня вы смотрите второй выпуск моей онлайн-фингерборд-школы. Сегодня я научу вас, как правильно делать Nolly Inward Heel Flip. Основная позиция пальцев для Nolly Inward Heel Flip такая. Указательные ставятся чуть выше ямки на ноусе доски, части которой ближе к вам, а средний палец ставится где-то во второй середине доски, то есть приблизительно вот здесь. Можно здесь ставить, можно здесь, не обязательно. Главное, чтобы общая картина была вот именно такой. Далее система очень проста. До того, как вы щелкнете, средний палец должен уже начать выводиться к тейлу, вот к этому месту, вот к ямке вот сюда. То есть, когда вы щелкаете, он вот так вот будет доску зацеплять. И в момент щелчка доска уже сама начнет немного вращаться. И благодаря этому доска будет крутиться именно на сам инвард. Второй момент в технике исполнения этого трюка заключается в том, чтобы вы научились одновременно делать движение как указательным пальцем вот такое, как будто вы делаете шувит, именно вот так. А средним пальцем выводить чуть-чуть по дуге вот так назад и от себя. Теперь мы разберем некоторые ошибки, которые могут возникнуть у вас во время обучения этого трюка. Наиболее часто встречающаяся ошибка, когда вы учите Nolly Inward Heel Flip, это когда вы пытаетесь сделать Nolly Inward Heel, а фингер у вас наоборот крутится на Varial Heel Flip или же вообще идет на шувит. В таком случае это все зависит и от указательного пальца, которым нужно чуть-чуть сильнее вращать. Это при условии, если у вас идет на шувит именно. А если закручивается на Inward Heel, то вы просто делаете неправильное движение рукой. То есть вы чуть-чуть назад ее толкаете, а нужно толкать именно палец от себя, а рукой чуть-чуть вот так вот вперед. То есть по диагонали, чтобы палец шел. Тогда у вас вместо того, чтобы крутиться назад на Varial Heel, у вас фингер пойдет крутиться на Frontside Nolly Heel Flip. Или же, если вы руку не будете поворачивать, на Inward Heel. То есть он будет крутиться именно вот сюда, вперед. Другая ошибка, которая может встретиться при изучении этого трюка, заключается в том, что когда вы щелкаете на Nolly Inward Heel Flip, у вас доска вообще не крутится, и как бы средний палец просто вот так вот проскакивает. И вы вроде как бы делаете Nolly, но у вас не получается даже флипануть, не то что там хоть как-то фингер закрутить, вообще ничего не получается. И основная проблема заключается в том, что когда вы щелкиваете, у вас палец уже как-то вверх, то есть он не скользит по доске, а просто вверх его отгинаете слишком высоко, и поэтому получается то, что у него нет возможности даже доску закрутить. И если у вас такая проблема существует, то советую просто сначала не учить Nolly Inward Heel, а просто вот сидеть и как бы делать Nolly. Сидеть, учить вот Nolly, чтобы именно палец скользил по доске. После этого вы очень легко сможете начать делать такие движения. Когда вы научитесь делать Nolly Inward Heel Flip, предлагаю вам сделать трюк, который вам сейчас покажу. Если вам понравились эти обучающие видео, обязательно добавляйтесь ко мне на канал YouTube, а также делитесь с ними друзьями ВКонтакте, добавляйте их в свои видео.